Всем привет, у нас воскресенье. Серега, поздоровайся. У нас воскресенье, мы собрались на болото. Данчик, помахай. Собрались на болото. Материал опять завести. Поддоны, доски. Дорога киснет потихоньку. Последние деньки, грубо говоря, остались, чтобы съездить. Мои саночки нагрузили. Сейчас вторые гадрюхи нагрузим. Хотя мякушка занимает полсаны. Так, а это Андрюха должен забрать поддончиков. Сейчас 16 штук поддонов и досок. У меня длинные, тут короткие остались. Еще пору со своего выгоню. Перекладывать, чтобы не упало. Ладно, будем стягиваться. Вся моя конструкция упала. Пришлось переделывать в два ряда. Как на том, так же. Так, и тяни-то, да. Ну, вот за это. Ну? Серега. Вон сюда бутылку загружать. Прольется, может, нет? Как? А может, после где она поедет? Сейчас придумаю. Приехали. Избушечки к нашей. Подручки сейчас. Так, отхожу, расскажу, что орём. Чаепитие у нас. Баллон не там стоит, просто временно. Не надо писать, что. Баллон на печке. Избушечка наша. Да ебать ту Люсю, бока, Андрюша, блядь, а? Да. Вы замечаете, что ли? Приехали к засидке. Снега по пояс. Почистим хоть маленечко. Ох, красота на болоте. Вот так ты, Евгешка, там сидишь в своем Норильске. Люди-то делом занимаются. Зато нам с Женей было там комфортно сидеть. Надо бы вот эти вот, да? Три штуки вот этих сразу бы убрать. Вот они, вот прямо они вот как бельмо. Им же от ветра еще. С какой стороны ветер, чтобы сесть это совсем. Выпал, блядь. Так ему и надо. Нашли валежника. Ездим по болоту, ищем. Вот, решили заготовить.
Третьи санки сюда. Сейчас еще четвертые приедут. Не знаю, просто надо, чтобы на весну и осень хватило. Смотрим. Хватит, не хватит. Выложимся. Ну вот столько вот получилось у нас дров. Че, Серега? Да я тебе говорю, здесь даже зимой можно приехать. Неплохо отдохнуть. Еще раз поедем сюда, надо воду завести, чистую питьевую. Ну, пойдем чай пить. Все, чаю напились, прибрались, дровишки есть. Все. Мы уезжаем, жди нас избушка. Дровишки заготовлены. Сейчас взяли с собой еще бутылки пустые. Завезем еще воду, печку для бани, трубу, камни, саморезы. И приедем через недельку. Ну все, мы вернулись. Загрузились. Поедем домой. Всем пока.